сюда, шар вонючий. У-ху, есть! Да. В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Я марионетка. Сегодня мы играем очень крутую рубрику, которая не была на канале, наверное, уже несколько месяцев. Называется «Убегаем от большого шара». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и орать. Погнали! Крошка-окрошка, давай, раз ты эту рубрику нам и напомнил, так что покажи, на что ты способен. Хорошо. Он сейчас раздавит Канео. Иди сюда. Да ладно, ты что такой слабый, Канео? Не, я буду очень хорошо играть в этот раз. Я хочу прожить максимально долго. Но подловить всегда можно, правильно? Правильно. Главное, что использовать свои мозги по назначению. Так, подождите, подождите. Надо быть внимательным, потому что уже два шара. Пацаны, я пожалуйста, тащите. Без верхушки, а они могут спрыгнуть случайно и потратить свои жизни. Так, у нас тут Фокси. Как я сделал. О, Хаги, Ваги, привет. Как у тебя дела? Прикольно бегаем, веселимся. Так, 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 отлично. Пацаны, они могут использовать очень хитрую тактику. Например, окружить. И еще учитывайте, что радиус немножечко с таким расстоянием берет. Они могут даже рядом прокатиться и отнять у вас жизни. Да не, ну это я уже прям знаю наизусть, что ты будешь делать. Давай дальше. Отлично, мы с Фокси выживаем по красоте. Слышь, большой. Так, обратите внимание, что у нас по 20 хп, и это при одном малейшем касании мы сразу умираем. Надо быть очень внимательным. Пацаны, бежим по кругу. Тим, я с твоей же скоростью бегу, прикинь. Да, одинаково. Так, стоим. Только у нас заметь. А, это радость? Да, 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 да. Осторожно, пацаны, будьте осторожны. Я ляжу, чтобы они меня не видели. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим. Осторожно, он чуть не наехал на тебя, еще чуть-чуть, ребята, это было рядом. Не-не-не, это так не работает, я буду очень внимательно играть. Эй, осторожно, осторожно. Ой, уже это шар тут. Так, когда уже будет три шара, будет вообще прям сильно. Да не видишь. Я могу тпхаться, но тпхаться не буду. Че там, наехали на кого-то? Три шара будут, ребят. В конце будет 6 шаров и один выживший. 7 шаров даже. Катится, катится. Ну прям уверенно все это было до этого момента. Так, здесь надо быть тоже внимательным. Да, вокруг столба особо не покатаешься, да? Ла-ла-ла-ла-ла-лай. О, Дим, давай с тобой. Давай-давай, поугараем над ним. Эй, ты не перегораждай путь, то может так умереть трошки. Так... Так, так, так. Они могут обмануть нас, пацаны. А все весело убегают, но ничего у них не получается. Пацаны, мне еще раз хп, я отдохну. Чтобы глумитесь. Не глумитесь над пацанами. А! Ну, давай, 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 ну блин, еще чуть-чуть. Прикольно, а, прикольно. Все в рассыпную. Видите, так. Да не надо меня убивать, я добрый. Прикольно у него это. Походняк такой. Это мне другое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это была обманка, ну, хороша. Ну, чё ты? Канео, признай, ты меня никогда не догонишь. Крошка! Димас, ой. Крошка, будешь уже давить кого-то? Ну чё, кто боится возле них рядом пробежать? Смотрите, я несу. Давай, смотри. Прям рядышком. Опа-па! Асыку! Опа. Пацаны задавят, зашибет. Тим, тебя сейчас задавят. Нет, 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 я буду настолько аккуратно играть, даже вы не представляете, насколько я опытный. Меня... Есть, есть, теперь три шара. Ребята, будет сложнее теперь. Намного. Так, внимательно, внимательно. Я помню, когда мы играли этот режим на футбольном поле, это тогда было жестко, жестко, когда было... Да-да-да, было такое. Ого, он сразу начал буксовать на своем шаре.
Просто бежим. Просто. Дрон. И не принужденно. Самый быстрый у нас Хаги-Ваги. Посмотрите на его лапы. Тогда нормально. Давай, обходи, обходи с той стороны. Я скример шарам кидаю. Хуёвка. Кыш. Ребят, давайте Хаги-Ваги будем убивать. Давайте. Давайте на Хаги-Ваги. На не балом хорошим не просто. Ну что, пацаны, давайте, охотьтесь, Хаги-Ваги. Я буду стекло царапать. Давайте на Хаги-Ваги. Эй, псих-шар, успокойся. Я же тебя не трогаю, мы нормально играем спокойненько. С другой стороны. А где Дима? Ну что, мы уже выживаем 5 минут, даже больше. Так что все отлично. Не, это так не работает, я очень быстрый аниматроник. Я уже вас выучил. Никто не бежит. Смотри, как в разрез можно пробегать. Отлично. Мы какие-то мощные, то, что мы так долго держимся, либо... Да, мы просто олдскульные игроки, хотя карта реально небольшая. Она такая вот такая, какая она должна быть для этого режима. Ой-ой-ой, крошка, тебе меня поймать. Пацаны, это хорошая попытка, но надо что-то предпринимать по-другому. Принимайте тактику. Бейте Хаги-Ваги, он тут самый большой, бейте его. Опасно Хаги-Ваги. Да, вы его сможете убить, я чувствую. Димас, не натякать. Да я не Хаги-Ваги, вы что, не видите? Я аниматроник. Не, я хочу реально долго прожить, вот прям насколько это возможно. Окрошка, что я сделаю? Окрошка. Дим, я обосрался сейчас. Ты тпхнулся так неожиданно. Да я случайно не буду тпхаться. Задавили. Да давайте, давите уже. Я хочу посмотреть, как кишки из жопы. Димас, они меня почти двухсторонние. Ну давайте, давайте, пацаны. Вы же сможете, я чувствую. Давай, давай, обмани его, обмани. Ты же шар умный. Смотри, насколько я мощный. Посмотри на меня, вот я на балун бой. Посмотри, какой бой. А что балун бой? Сейчас ты сольешься и все. Просто могу посидеть спокойно. Давайте, с двух сторон. Давайте, Димаса, давите. Не, пацаны. Для этого надо не просто быть еще круглым шаром, а еще и умным шаром. Дим, тебя сейчас догонят, они иногда разгоняются очень быстрые. Да не, ну я могу резко свернуть. Они вообще не поворотливые. Но тогда они потеряются. Вам надо тупо охотиться на одного, и только тогда вы убьете. Если так вы в разнобой будете, вы не убьете никого. Ну, крошка, я тебя убила одного, Канео, потом они вдвоем завалили. Хуёка. В принципе, по одному у них есть шансы. Да нормально бежим, выживаем четко. Уже выживаем мы 8 минут. Ну почему бы и нет, ну? Хорошо же выживаем. Мне кажется, я бы тоже не смог бы убить шаром. Но попытка всегда есть. Ой. Объединяйтесь против какого-то игрока, и только так вы убьете. Против Боньки. Боньки новенького. Давай, я верю в тебя, ты сможешь, шар. А, вы решили меня выбрать? Да не, я буду как дурачок вот так бегать. Вот видите, все, уже не получится убить меня никак. Что, шар прыгнул, куёка? Они не могут прыгать. Дима, я просто стоял сейчас, они вообще меня не замечали. Я знаю, как они могут затащить, они могут за банихопить и только на банихопе догнать. Во-во-во, окружайте. Они просто, знаете, дрессированные шары. Давайте шары, повелитель шаров. Анимация для них как магнит. Хуёга, вот что тебе сделал Димас? Да вы не убьете меня, пацаны, я буду очень осторожно играть. Вот я просто рядом хожу, но ты целишься именно на Димаса, я не знаю, что ты сделал. Да, полчаса спустя, пацаны. 2 дня спустя. 2 года спустя. Ну что, пацаны, какая у вас тактика? У них тактики не существует. Нету тактики. Ну че, пацаны, кто будет рисковать своей жизнью, ну? Смотри. Кто не засыт рядом прям пройти? Потому что давайте. Надо, чтобы еще шары появлялись. Я, если пробегу перед ними, я, наверное, больше не проснусь. Смотрите, не ведитесь, Димас пытается убрать конкурентов просто. Я понял его тактику. Нет, я хочу, чтобы вы рядом бегали, как я, и не ссали. Смотри.
Давай, что, Димас, ты охнешь? Конкуренты, прощайте. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, 15 хп, 5 хп отняло. Кстати, можно коснуться разочек. Давай, Йока. Давайте, жмите ее. Канео, помогай своим. Короче, знаете что, пацаны? Вы давай всем по одному хп. Да, это будет вообще жесть. Чтоб даже не касались, потому что, видишь, я коснулся, и у меня 5 хп всего отняло. Можно вообще было тогда 5. Все, теперь последний раунд. Одно хп, это когда даже муха вам сядет, и вы можете от этого умереть. Ну что, кто не боится возле шаров проскочить? Опа-па! Ссыте, да? А чё ты, не ссы? Я жду пока... Давай, давай, иди сюда, шар вонючий. Уху, есть. Да. Есть, есть, есть. Одного подписали. Кто еще, несы? Кто не с... Давай вместе бегать. Да, отвали от меня вместе. Они сейчас задавят Димаза, чекайте. Они сейчас кого-то задавят. Я гарант даю. Они либо Даник задавят, либо Димаза. 4 шара, ребята, 4. И нас четверо. 4 на 4. Ну что, 50 на 50. У всех по одному хп, это очень сложно. Ну что, кто не сыт возле шаров пробегать? А-па-па. 50, я могу пнуть. Давай, 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 давай. Ну, дави его. Пацаны, вы чё? Да давай, давай, не сы. Кто будет последний? Что ты внутри сидишь? Опа, минус, еще один. Всё, отлично, всё. Отлично, ребята. Ой, 5 на 3, да? Да, 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 да. Отлично. Превосходно. Excellent. Кыш, кыш. Ну что, будет жестко. А нет, у меня с Тимку Йока загрелся Волк, потом Радекс. Они вообще подрисовали. Ого, пойдет. Шары атакуют, но надо быть еще умным шаром. Очень, чтобы меня убить. Спасибо, Дима. Отлично, отлично, проскочил. 5 шаров. Давайте, короче, все до одного челика какого-то. О, давай, это было рядом, ребята. Это было рядом. Я не Даник. Ё-моё, да я... Вот это я не поддавался, блин, я так хотел срезать по красоте. Даник отстанет меня. Я растерялся, сейчас я запереживал. Ладно, я тоже беру шар. Ух. Ну что, ребятушки? Интересно, интересно. Шар ожил. Ну что, сколько их осталось? А нас осталось двое, я и Даник. Так, ну что, ты один остался, чё? А не, двое, вижу, вижу, двое, да. Здорово. Так, давайте я тоже кого-то хочу задавить. А, интересно, на кого Димас загрелся? А, ну, Димас, спасибо, что на меня. Я так благодарен тебе. Ой, почти. А чего, не ссы, мы тебя сейчас убьем. Я не хочу. Ребят, давайте просто в одну линию возьмем и ставим. Конечно, конечно. Конечно, выгодное предложение, Димас, но я, пожалуйста... Ну-ну-ну-ну-ну, давай! Я последний. Есть, есть. Делаем отчет времени. Сколько ты продержишься? Если минуту продержишься, будешь лучшим игроком на планете. Неплохо. А прикиньте, мы... Минута. Минута даем. Все срезаем. Давайте две. Мне какая разница. Да, давайте окружаем, давим, окружаем. Давим его. Бейте его. Ай-яй-яй, обманщик, обманщик. Надо прям на ширину брать, на все сразу стороны. Давайте, давайте, так мы их точно убьем. Их? Давай, 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 давай. Ну, блин, зараза, вонючая. Еще в чуть-чуть, блин, ну прикольно, когда столько шаров. Блин, так хотел последним остаться. Ну, все по-честному, продул. Рессированные шары. Да. Давайте вокруг. Давайте прыгать. В смысле вокруг, в смысле прыгать? Во-во-во-во-во-во, отлично. Я могу так бегать до бесконечности, слушайте. Не-не-не, мы тебя подловим, ты не ссы. Ты думаешь, давайте. Не будет вечно, не будет. Я думаю, что осталось чуть-чуть. Я думал, я продержусь, я... Во-во-во, ах ты, зараза! Пацаны, давайте раскатываемся по всей карте. Ого. Давай, есть! Блин, ты еще чуть-чуть! Давай-давай-давай, правильно-правильно, на ту сторону сразу. Я на эту тоже иду. Чтоб, если что, отрезать ему угол. Ну что, ребята, у нас есть победитель, которого мы не можем выиграть. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И посмотрим мои ролики. Еще. Пацаны, взрываем бомбу. В смысле? А что она не взрывается?
У Гомейнера отлетим, это будет сильно.